Доброе утро, меня зовут Татьяна Истомина. Сегодня мы с семьей Поляковых, Аленой и Станиславой, выполним несколько упражнений и покажем, как можно весело провести время на улице. И для начала разомнем мышцы плечевого пояса. Исходное положение стойка чуть шире бедра, живот напряжен, прямая спина. Выполняем поворот в сторону, вернуться в исходное положение. Прямой сильной рукой тянемся в сторону. Хорошо разворачиваем плечи, лопатки в пол, живот напряжен, длинная шея. И раз, два, три, закончили упражнение. Теперь выполним наклон. Вправо, левой рукой тянемся вперед. Закончили упражнение. Теперь проработаем мышцы спины и выполним наклон. Сначала к левой, вперед и к правой ноге. И раз, два, давай, снова, три. Закончили упражнение. Теперь разомнем мышцы ног и выполним выпад назад. Приготовились. 3-4. Руки на пояс. Раз, два, три. Отлично, молодец, Слава. И раз, два, три. Закончили упражнение. Теперь выполним веселые прыжки и немножко согреемся. Прыгаем правой, левой, вперед. Приготовились. Раз, два. Ты видишь, как мама, как я занимаюсь? Да? Раз. Соскучилась по физическим упражнениям, да? Раз, два, три. И раз, два, три. Закончили упражнение. Вот так весело мы провели время на улице и подняли себе настроение. Помните, двигайтесь больше и проживете дольше. А мы вам желаем хорошего дня и отличного настроения. Пока!